Маневренный мотоцикл для тушения пожара представят в Краснодаре на празднике в честь Дня образования края. И это еще не все новшества. Горожане смогут получить консультацию врачей и автограф олимпийского чемпиона. Также гости смогут посетить ярмарку лучших кубанских производителей и мастеров народных промыслов. Массовые гуляния стартуют на Театральной площади в пятницу в 17 часов, а в 19 на сцену выйдут артисты кубанского казачьего хора и участники Всемирных хоровых игр в Сочи. На главном экране города покажут старые отечественные ленты. 15 и 16 сентября будет ограничено движение транспорта на прилегающих к Театральной площади улицах. Для удобства водителей разработают схему объезда.